Экспо Азия, Азия, Азия. Надежный партнер по работе с Китаем. Многолетний опыт, мы свое дело знаем. Это Экспо Азия, Азия, Азия. Доставка товаров в любой город и стран. Россия, Украина, Беларусь, Казахстан. Если ты бизнесмен, предприниматель, слушай информацию внимательно, приятель. Хватит тратить время на переговоры, волокиту с документами. Мы сами все оплатим. Коллеги, добрый день. Отвечаю на ваши вопросы по поводу строительной техники. Что это стоит? Меня зовут Евгений, компания «Экспазия». Я занимаюсь поставкой различных запчастей, как для легковой, так и для крупногабаритной техники. Также осуществляем поставку мини-техники, как именно от производителя. Давайте теперь разберем по ценообразованию. Смотрите, ценообразование складывается из чего? То есть данный вид техники, ну, в первую очередь, это мощность техники. Второе, ее апгрейд, ну, к примеру, такие как гидроусилитель руля. Это все влияет на ценообразование. Далее, двухвидовый, четырехвидовый, отключаются мосты, подключаются мосты. Все это также отражается на ценообразовании. Далее, навесное. Тоже входы и выходы тоже влияют. То есть очень много факторов, которые влияют на закупочную стоимость вашей техники. И поэтому, когда вы спрашиваете, сколько стоит данный вид техники, ну, это чисто дилетантский вопрос. Мы их даже не рассматриваем. Если вы занимаетесь сельским хозяйством, фермерством, или, например, вы продавец данной техники, вы как бы знаете все эти критерии. И поэтому для начала, чтобы спросить, сколько стоит техника, вы должны подать техническое задание, где должностным образом должно быть все прописано. То есть все вот эти параметры, которые я выше перечислил. Ну, я надеюсь, моя информация была для вас полезна. Если возникнут вопросы, пишите, звоните. Также есть все мои отчеты в Ютубе, в Телеграм-канале, в Яндекс.Дзене. Все, всем добра. С уважением, Евгений.